или нет? Без доната от новобранца до легенды, третья серия. Друзья, я решил разыграть для вас спецуху «Уничтожитель тыкв», в которой есть 160 леденцов, 200 контов, анимаха, голды. Для участия просто лайк, подписка, комментарий и тег Биг в настройках. Желаю удачи. Друзья, рекомендую подписаться на канал Иван Микс. Автор канала делает разнообразный контент как по танкам онлайн, так и на другие тематики. А это значит то, что скучно здесь точно не будет. Также я решил разыграть целых 10 промокодов среди тех, кто подпишется на канал Иван Микс и под последним его роликом напишет свой игровой никнейм. Итоги через сутки. Удачи. Всем привет, друзья, с вами Биг Танкс. Это третья серия рубрики «Без доната от новобранца до легенды». И сегодня прикольная новость. У меня есть 400 тысяч кристаллов и вышел корпус паладин за кристаллы. Это офигенная новость, потому что я не знаю сколько, 2 месяца или сколько там его пытались вывести за кристаллы, пока там за деньги и туда-сюда. И наконец-то это свершилось. Сегодня 19 число. Разработчики добавили паладин наконец-таки. И можно даже без доната, вот как я на аккаунте 0 гривен, покупаю данный корпус за кристаллики. Давайте прямо сейчас это сделаем. Мне на все хватает. Я хочу этот корпус, потому что, во-первых, он летающий. Летающих у меня нет, как бы у меня есть викинг. И вот теперь будет еще паладин, два таких средних. Я думаю, что средний корпус мне нужен. Оверка крутая. Будем играть. Давайте мы прикупим МК-2, МК-3. А вот тут надо подумать. Тратить кристаллы или не тратить. Слушайте, ну давайте пока. Давайте пока не будем тратить. Но. А если мне этот корпус понравится без доната, я буду на тесте играть МК-4 и на паладине МК-3. Если мне понравится, то я в конце ролика потрачусь и куплю даже без скидок. Ладно, все, погнали, идем в солочку, паладин. Ребят, оцените данный вид корпуса, потому что его переделали, ну, несколько раз переделывали технические характеристики и прочее, И я, короче, сегодня буду тестировать и смотреть и говорить вообще, нужно ли покупать, потому что много кто еще даже не знает о том, что за кристалл вышел новый корпус, паладин. Он средний считается, как викинг, хантер, диктатор, крусейдер. Вот. Вот как-то так. И теперь еще паладин. 5 средних корпусов. Охренеть, это реально много. Так, ну я здесь. Сейчас посмотрим, сколько вообще данных паладинов на карте. Потому что сегодня он вышел. По идее, ну, вряд ли много кто купит. Ну, может кто-то купит, кто-то еще не знает об этом корпусе. Вот, но я думаю, что в ближайшее время появится очень много. Я хочу сделать много киллов и решить, нужен ли мне МК-4 паладин. Если нужен, покупаю. Если не нужен, пошел нахрен, буду играть с МК-3 и не знаю. Ну, просто как бы без ната хочется выбрать идеальное сочетание, чтобы я и играл на нем нормально, и мне было интересно, и нагибало. Кстати, пока что корпус, даже если он будет нагибать, это не значит, что все, надо покупать его и прокачивать и так далее. Потому что орех, вы знаете, как делают разработчики. Добавляют какой-то корпус и через месяц фиксят его. Просто вот был один корпус, пофиксили овердрайв, пофиксили все, даже характеристики какие-то пофиксили. Короче, все. О, еще один товарищ бег, кстати. Вот, то есть, я думаю, что это как бы не новость ни для кого, но все равно, как бы, имейте в виду, что если сейчас он не супер нагибает, а что будет через месяц? Через месяц вообще какая-то, ну, какой-то кавелы ходячие будет, поэтому пока что неизвестно, но, опять же, это я так сказал резко, типа, он не нагибает сейчас, а если сейчас он нагибает? А если даже его пофиксят, он все равно будет нагибать. Посмотрим, у меня, кстати, оверка практически набралась. Уже 75%, это очень хорошо. Так, я с Теслой пытаюсь грамотно отыгрывать, в принципе. Вот смотрите, вот я подъезжаю, вот он мне защиту отрубает, куча статусов накладывает. То есть прям корпус имба. Неприятно, когда он прислоняется, как бы сближается, хрень получается. Неприятненько играть. Так что, в принципе, бесящий овердрайв у паладина. И если вам нравится, как бы, если вы играете на изиде, к примеру, вы любите играть в поддержке, либо возить флажочки, помогать там как-то на флаге, на еще что-то там, не знаю, точки захвата, то 100% надо брать, потому что корпус поддержки, если сравнивать с крусейдером, то крусейдер такой чисто там, ну, контейнер! Пам-парам! 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 Тут ничего не сделал, тут на резе я бы сейчас что-то сделал. А тут, блин, ну Алёша, контейнер просрал, ёкал МН. Все, сближаемся, вот смотрите, что я делаю. Вот просто, он ничего не может сделать, вообще ничего. И вот это, еще один, кстати. Вот я просто за секунду сливаю пацанов. Просто за секунду. Да, овердрайв у него имба, но что будет, когда пофиксят? Вот мне это интересно. Бах, все,
59 к 15. Без доната. Просто без смс-регистрации. Слушайте, у меня предыдущий аккаунт без доната не так тащил, как этот. Что, с каждым аккаунтом без доната все круче и круче танк? Или как так получается? Ну ладно. Разработчики там намудрили, что-то посоздавали, блин. И я теперь с каждой рубрикой у меня все круче без доната. Кто помнит бомжа в танках? Плюс чат. Итак, друзья, я немножко заигрался, и я сейчас получаю майора, и я играл только на этом... Блин, зачем я сейчас взял оверку? Я играю только на этом сочетании, и я просто решил пойти потестить комплект, и тупо заигрался. Реально, я просто... Одна катка, вторая катка, третья катка, и прикол в том, что все эти катки были там за 100 киллов даже, по 90 киллов каждая, и я не знаю, как так получается, но данное сочетание, на котором сейчас я... получил майора, оно сверх им, вот я даже не знаю, насколько оно имбовое. Я играющий без доната, с одним модулем, 5% от твинца, играю наравне с бригадирами, полковниками, подполковниками, генерал-майорами, генералами, и я не знаю, как так, у них ГС там по 6, по 7, но это сочетание просто имба, и я без премки даже вот так вот очень даже неплохо наиграл, хотя у меня нет ни дрона, нет нифига, корпус как у меня, я купил его МК-3, таки купил, хотя тут все уже, наверное, с МК минимум 4, но, скорее всего, по МК-6 тоже есть, и как бы, ребят, это пипец, я вам скажу, что паладин... Вот, по крайней мере, в ДМ он себя тоже классно показывает. Просто охренеть, как классно. Я, честно, не ожидал, что я на без доната буду с таким комплектом вот так растаскивать. Ну, это просто, ребят. Короче говоря, какое мнение мое о корпусе? Паладин сейчас... Ух ты ж, нифига себе. Паладин сейчас может дать мне контейнер нафиг. Если я его заберу, то вообще будет красиво. Паладин просто имба в данный момент с ближними пушками. С дальними, я не знаю, ну как дрон это, корпус поддержки. Ну прикольно, но если там с той же рельсой или еще с чем-то, ну такое, мне кажется, не очень. Тут чуваки играли против меня на гауссах с паладинами, потом еще на чем-то. Ну короче говоря, паладин с Жигой, Фризом и Зидой. Теслы, это просто что-то с чем-то. Вы тоже можете это увидеть. Вот я нажимаю таб. Хотя тут есть ГСК побольше, хотя мне повезло с этой битвой. 74 к 10 я играю. Карты, конечно же, стоит выбирать поменьше. То есть паладин вообще супер тащит. Там врываешься куда-то на базу, да. А если карта еще небольшая, то ты часто врываешься, там оверку юзаешь, и хана просто. Ну, в общем-то, я сейчас рекомендую покупать. Но что будет, когда Орех доберется своими... руками. До этого корпуса я не знаю, что будет. Возможно, он его очень сильно понерфит. Ту же оверку, допустим, нужно будет набирать, как у Викинга еще, или еще дольше. Ну, короче, что-то точно с ним произойдет. Но пока что, в ближайшее время, ну, не знаю, будет ли его нерфить, не будет. Но пока что это дикая, просто дикая, дичайшая имба. Так, возможно, голд заберу. Хотя вряд ли. Тут уже, конечно, тяжело будет забрать. Тут меня... А, не, никто не поджидает. Слушай, так это я могу забрать. Так это Леха Бег, что ли, забирает? А, это я. Голд, контейнер, все забрал. Что я такой какой-то голдолов? Я и не хотел. Я не хотел, но так получается. Я, кстати, благодаря этому корпусу держу нормальную УПХу. То есть, если вы не хотите терять УПХу, постоянно лечиться, постоянно быть, ну там, жить, короче, и контролить дропчик, то, да, паладин эта тема классная. Сравнивать если с Крусейдером, ну, Крусейдер по-своему хорош, конечно, но мне кажется, пока что паладин, ну, он обходит. Мне кажется, сейчас он обходит того же Крусейдера, ну, чуть-чуть посильнее он себя показывает. Крусейдер один раз стрельнул сосулькой, и все, и ждешь. А тут как бы ты стрельнул, оверку нажал, и 30 секунд где-то ты катаешься на оверке, прикиньте, полминуты. Это дофига. Первое место, в принципе, неудивительно. И давайте откроем контейнер. 81 килл. Это на слабовато, да, майорчик. Хотя, прикиньте, я просто играл МК5 паладин. Я хотел купить МК4, но, наверное, все-таки придется купить МК5. Ай, все, психую, покупаю МК5 прямо сейчас, паладина без доната. Все, купить раз и купить два. Ура. Все, на этом заканчиваю. Подписывайтесь на канал, с вами был Биг Танк. Вводите тег Биг в настройках игры, также участвуйте в конкурсе на вот такую спецуку, просто мега офигенно. Завтра итоги на стриме, поэтому приходите и забирайте халяву. Всем удачи, всем пока, друзья.